Вот перешли на внешнюю сторону дома. Здесь, видите, вот такое вот закругление. И пошла дальше закругленная стена. Такой вот зуб. Очень хорошо видно трещины. Видите, да? Но здесь опять же очень много проблем с конструкцией. Очень много. Но в основном, конечно, трещины в местах, где проходят противопожарные рассечки, либо близко. То есть место стыковки противопожарной рассечки и пенополистирола. Как видите, потом это уже после ремонта вот такие вот полосы появились. Это для удобства окраски. В проекте их не было. Все в трещинах. Жалко. Проект интересный. Самое главное, чему научил этот объект. Дело в том, что в технологии мокрого фасада до сих пор в документации очень мало уделено внимания устройству температурно-усадочных швов. Вот этот вот объект и многие еще другие аналогичные объекты, они прямо указывают, что при вот такой вот сложной конфигурации дома обязательно должны быть вертикальные температурные швы. Они должны быть на внутренних углах. Вот в частности, вот здесь он должен быть. Сами понимаете, все приходит с опытом. Здесь он должен быть. Вот она трещина. Видите, вертикалочка. Пошла, родимая. Потому что шов надо было здесь ставить. Ну, тогда не было у меня такого опыта. Перейдем дальше.